Дикон, эй, все в порядке? Что такое? А, да вообще-то я к тебе. Так. Зашел узнать, не нужно ли чего. Ну, для лазарета. На самом деле у нас всего мало. Ну, в смысле, нужны лекарства, стерильные бинты, инструменты. А, вот. Хм, нож Листона? В гражданскую войну такими выполняли операции в полевых госпиталях. Операции? Да, когда не было анестетиков и опи. Я там написала, где такое можно найти. Это брошюра из туристического центра. В Кэмп-Шермане, где фриканы так и кишат? Ну, я попробую. Да, Дикон. Спасибо. Ехать в Кэмп Шерман. Африков там, как муравьев. Поняла. Минутку. Эй, меня кто-нибудь слышит? О, Брайан, это ты? Уитакер, я посадил ее на твой вертолет. Что сделать? Чего? Я тебе что-то должен? В твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Просто жди на месте. Меня будут сопровождать бойцы Нерва, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Дик, это Такер. Ты здесь? Такер, да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи.
Как тебе? Это мне нужно. Кэм Шерман, я уже рядом. Не переживайте, я вернусь и доведу дело до конца. Ранили! Кого-то ранили! Странный двигатель! Нормально. Вот он. Домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его.
дверь заперта. Пожарный выход. Здесь внизу. Мало что осталось. Все вынесли подчистую. Вот этот нож. Теперь надо отвезти его к Эдди. Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо, Дикон. Ну вот. Ты не представляешь, как он нам нужен. Нет проблем. Я рад помочь.
подходит к воротам. Это один из байкеров. Впусти его. Эй, как думаешь, Рикер что-нибудь помнит о себе, о прошлой жизни? Привет. О, вот тот нож, который тебе нужен. Спасибо большое. Да, пожалуйста.